Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». На носу лето, и я не хочу сегодня ничего готовить. Да и вы, я думаю, в нетерпении ожидаете по-настоящему теплых деньков. Поэтому давайте приготовим сегодня освежающий летний коктейль. Очень простой. Понадобится киви, мята, лимон, мед, петрушка. Да-да, петрушка, и я вовсе не сошел с ума. И еще бутылочка воды с газом. Рецепт простейший. Сначала займусь киви. Вот так и так. Это пойдет на украшение, а остальное надо размять в труху. Вытаскивать мякоть можно ложкой, а можно еще как-нибудь. Как вам будет удобно. Порежу кусочками, чтобы легче сминалось все. Особенно мельчить смысла нет. Теперь мята на несколько листочков тоже можно слегка измельчить. А теперь начинаю все смешивать. Киви, мята, немного льда, чуть-чуть петрушки, немного лимонного сока. Все по вкусу. Не заморачивайся вычислением пропорций. Все равно двух одинаковых по сладости, по кислоте, по свежести продуктов не найти. Чуть-чуть меда. Хоть я мед и не особенно люблю, но иногда, например, с дрожжевыми блинами, мне нравится. Добавлю чуть-чуть воды, чтобы лучше все перемешалось, и измельчу. Практически готово. Остается добавить еще воды, еще льда. Ну и украсить. Красиво. Ну, на мой взгляд, не очень, конечно, но из меня украшальщик, как из Карлсона транспортный вертолет. Надо пробовать. Освежающий. Тут тебе и киви, и мята. Да сами сообразите, видели же, из чего готовил. Очень простой, очень такой летний. И, кстати, насчет лета. Лето короткое, быстро пройдет. Поэтому планируйте отдых прямо сейчас. Не прощелкайте его. Спасибо за компанию. Всем пока.